Христос воскрес! Я очень сожалею, что из-за моей поездки за границу не могу быть с вами на этой очень важной конференции. Я постараюсь в коротком выступлении рассмотреть, как интернет и киберпространство могут стать дополнительным испытанием человеческой личности, помимо других испытаний, которые проходит человек за свою жизнь. Конечно, все мы знаем и согласны с этим, что интернет, киберпространство являются очень ценными инструментами нашей эпохи. И очень добрые цели, вносящие вклад в благосостояние людей и в общение между отдаленными людьми, и распространение Слова Божьего и миссионерское дело удовлетворяются и обслуживаются с помощью интернета. Мой доклад будет сфокусирован на рассмотрении того, какими способами интернет может стать опасностью для человеческой личности по вопросам, не тесно связанным с его содержанием, когда распространяет грешные поведения. И там это влияние на человека очевидно, и любой может это понять. Для того, чтобы понять лучше то, что хочу показать, основной ядро содержания моего доклада, я хочу напомнить три основные свойства, определяющие человеческую личность и которые связаны с интернетом. Человеческая личность создана по образу и подобию Бога и, следовательно, характеризуется тремя основными качествами. В определенной степени качества, которые присущи Богу полностью. Бог социальный, дал возможности социального общения. Бог полностью свободен и дал свободу человека. Он и есть любовь, и поэтому и человека сделал любящим. Вопрос социальности, общительности. С одной точки зрения, интернет очень способствует общению, поскольку помогает людям, которые не имеют возможности встретиться на разных концах планеты, могут вступить в контакт. Быстрее можно распространить тексты и разные материалы, и предоставляет возможность родным и близким общаться между собой, не тратя большие деньги. Отрицательное воздействие интернета и киберпространства на социальность может быть почувствовано, когда мы поймем, что использование интернета зачастую заменяет наше физическое присутствие в таких случаях, когда это не должно было быть. Например, когда дружба, например, это естественное понимание дружбы, когда мы выходим, встречаемся с друзьями, когда они приходят к нам домой, подменяется интернетским другом. И у каждого могут быть тысячи такие друзья, и думает, будто он общается с ними. Подобного рода подмена в некоторых случаях имеет и крайние последствия, может привести к полной изоляции человека от реальных друзей и в течение длительного времени заставить его в течение длительного времени жить в иллюзии, что общается с друзьями, которые на самом деле они не характеризуются теми элементами, которые характеризуют настоящую, истинную дружбу. Таким образом, человек может затеряться в виртуальном мире, теряет способность
иметь настоящих друзей, поскольку любое человеческое общение испытывает нас, заставляет нас округлить наши острые углы, и это не касается только дружбы, но и другие человеческие виды человеческой деятельности. Например, может быть, человек получает информацию по церковным вопросам из интернета и думает, что таким образом он получает информацию о том, что на самом деле происходит в церкви, поскольку в этом случае отсутствует личного опыта знакомства с церковными деятельностями, с церковной деятельностью, с лицами, может затеряться в иллюзии, что знать, что такое церковь, через интернет, виртуально знать, и так лишаться истинного опыта быть членам церкви, паствы, вносить вклад в дело церкви своим личным присутствием. И это можно рассмотреть на обрядной жизни. Он принимает участие через интернет во множестве обрядов, будто присутствует иногда в храме, но лично отсутствует от храма. Таким образом, как я постарался очень коротко вам показать, мы можем понять, что Божий дар общения, естественное стремление человека вступать в контакт с другими людьми может быть ограничено значительно плохим использованием интернета в то же время, когда человеку думает, что он развил свое общение с помощью цифровой технологии. Второе свойство человека, который был создан по образу и подобию, это свобода. Вся наша жизнь это заключается в стремлении продвинуться вперед в свободе. Здесь мы не имеем в виду свободу выбора, что это, конечно, не пренебрежим. Это тоже значительный факт, и поэтому мы приветствуем все политические шаги, которые предоставляют свободу человеку в качестве гражданина. То есть возможности и самоопределяться, хотя мы приветствуем, мы думая с теологической точки зрения, мы знаем, что свобода имеет более глубокий уровень, помимо выбора многих альтернативных решения. Мы говорим о свободе существования, душевной свободе, когда человек свободен в глубине своей души. Мы знаем, что ситуации, которые порабощают человека на этом уровне, главным образом это страсти. Как с этим связан интернет, с этой проблемой? Связан с удивительной способностью, которую имеет вызывать привычку, привыкание. В нашей эпохе подобного рода поведения, зависимости возросли. Они возросли, потому что увеличилось количество тех предметов, которые предоставляют возможность быть зависимой, как, например, потребительство, потребительские товары и многие другие, но возросла зависимость в результате прогресса технологий, которые делают зависимость очень легкой с помощью некоторых движений мыши. Есть люди, которые становятся зависимы от интернета, зависимы становятся от электронных игр, они тоже в этой сфере виртуальной относятся. И наша страна находится на самом высоком уровне, что касается зависимости молодежи от интернета и электронных игр. В соответствии с последними исследованиями, последние два года было найдено, что греческая молодежь занимает 4-е место в мире
в зависимости от интернета и электронных игр. Я отмечаю, что это три первые страны, это на Дальнем Востоке технологически продвинуты, где везде, в каждом доме есть связь с интернетом. Греция не находится на таком уровне, что касается проникновения интернета, но она занимает первое место среди европейских стран в зависимости. И это нас призывает предпринять конкретные действия, чтобы помочь детям. По-моему, это, конечно, не связано с данным вопросом. Здесь есть и проблема того, что молодежь не читает книги, а чтение книг, изучение книг является хорошим лекарством для этой зависимости. Мы возвращаемся к вопросу об отсутствии свободы. Конечно, может с помощью интернета стать зависимым от различных вредных поведения, от плохого использования секса в интернете, от быть зависимым от покупок, но помимо содержания зависимости, независимо от того, по своей природе хорошая или плохая зависимость, даже если человек не занимается отрицательными поведениями с помощью интернета, есть зависимость от интернета сама по себе. Даже и если конкретное занятие положительное, полезное. Человек может лишиться свободы в интернете, даже служа благородным целям. И не хочу показать, какие признаки этой зависимости. То, что нужно подчеркнуть, что человеческое лицо очень... Что если человек теряет свободу, это очень наносит ему вред. Это очень плохо, если человек ставит над собой интернет и избегает реальной жизни и те факты, которые возвышают его. Поскольку человек возвышается в отношениях с другими людьми, там развивается, там растет и приближается к лицу Бога. Божьему. Третье характерное, о котором я говорил, это способность любви, любить. Может быть, окажется странным, но плохое использование интернета, киберпространства может нанести вред нашей способности любить. И это может произойти, если человек с помощью интернета, во-первых, получит доступ к таким материалам, что забудет о любви. Как, например, использование сексуальности или чрезмерное потребительство. Там человек теряет свою способность любить, потому что вращается только вокруг себя и получает удовольствие только от того, что делает, а удовольствие совсем другое, отличается очень сильно от любви, это гораздо низшего уровня, чем любовь. И хотя удовольствие само по себе неплохое, но когда человек вращается около нее, постепенно забывает подняться на более высокий уровень, упражняться в любви, и она находится всегда вращается вокруг удовольствия, думая, что это радость. А радость связана исключительно с любовью. Один способ – это конкретная деятельность и трудности, которые делают нас неспособными любить. И это делается с помощью интернета. Другой способ – исчезновение любви – это сосредоточиться в своем виртуальном мире в интернете и терять время, энергию, чтобы общаться с людьми, даже находясь среди своих близких и родных, он
находится на самом деле на другом, в другом месте. Не способен любить, потому что считает, что его естественное положение в интернете. Тогда жизнь переходит в перерыв между моментами подключения к интернету. Как мы поняли, в этих трех свойствах личности, общения, свободы и любовь, интернет может нанести огромный вред. Таким образом, является дополнительное испытание личности по сравнению с традиционными испытаниями, которые переживает человек в этой мире. В мире есть необходимости для нового бдения с тем, чтобы человек не потерял свою ориентацию на лицо Божье. Благодарю вас.